Дина Страйк! Чё есть в меню? Субтитры. Переведенные. Чего? Да! Да! Один. Один. Тут можно вчетвером играть, судя по всему. Ну ты смотри, ты смотри. Чё тут у нас? Я вот тут? Или чё? Shipwreck Beach. Поехали. Это уровень, да? Три конта на уровень. Два конта на уровень. Один конт. Ну давай Хантер пока. It was supposed to be an average cargo run. Of all the islands we supply, none of them had an active volcano, that's for sure. А вы мне субтитры обещали. The plume of smoke on the horizon was all we had to go on. That bloody storm came out of nowhere. Короче, штурм произошел. Из ниоткуда. Pandemonium. В следующий момент. Судно, я так понимаю, перевернулось, попало в катастрофу. Но. Монстры не берут заложников. Что? Hello. Can anyone hear me? Oh, thank God. I'm on a search and rescue mission looking for Dr. Buckland and his team. Ладно. А почему у меня хп-то так мало? Не взял наркотики! Это я уже взял? I'm a motherfucking T-Rex! Ля бегут! Что-то парижанка такая прям вообще целик, у нее здоровый двухметровый дядь бегут на меня. Не бегай сюда. А-а-а! Кукусики. Ай, ну конечно. Пять патронов. 4, 3, 2, 1. Перезарядка. Но очень медленно здесь. А-ля-ля! На-на-на! Клевер Герл! Алан. Все, начались шутки про Алана. Перезаряжай быстрей! Моя! Сика!
запутался в управлении. Да вы что, издеваетесь? Ладно, нормально. Как я не вовремя перезаряжаюсь. Да чё ты в смысле попал-то по мне? Дали. Олег! Нет. Continue. Да, играл. Да завязывай, ну. Ну что за издевательство? Игра. Да серьезно? Как много у тебя там? Твою мать, я нажал вправо и перезарядить. Нет. Они, блин, вдвоем нападают. Я не знаю, когда мне перезаряжаться-то лучше. Да ну чё, в смысле, второй конт уже пошел? Чё, игра такая сложная, жесть. Но будем надеяться, что конты действительно на один уровень. Но потом перезаряжаются. Так, базовый лагерь какой-то нашел. Перевязать раны. Поверить в то, что происходит, как будто бы я один выжил только. На другим повезло. Я отдохнул, но недолго. Ну ладно. Одну не взял. Continue. I got what little rest I could. The screeching all around me was making my skin crawl. Not wanting these monsters to catch me off guard, I set off into the forest. I thought if I отправился в лес, в сторону вулкана. Если доберусь, то выживу. Найду эту женщину и узнаю ее план. Или самолет, я не совсем понял, какое слово было. Субтитров нет. Почему субтитров нет? Там же было включить субтитры. Я нажал да, включить, и субтитров нет.
Класс. Ты все еще жив? Да? А где мои патроны? Ну вот как я должен, чё? Хорошо, игра мне предлагает, чтобы я хедшоты только ставил. Oh, yeah. Автомат. На кнопку вниз. Да, посмотрим. Сказал, если найдем какие-то... Это еще что за хуйло? Неплохо. Давай по чуть-чуть. Автомат вроде бы тащит прям хорошо. Чё бы это ни было, не знаю, что это было. Я взял. Я заметил, как на экране, после того, как я подбираю яйцо, появляется надпись «Бонус Continue». Тут есть варик конты зарабатывать. Ну тогда ладно, куда ни шло. Thank you.
Я просто яйцо собрал, и мне дали бонусную континью. Это как так вообще? Так, идти вдоль реки, чтобы найти какой-то храм. Хорошо, как скажешь, игра. Это фул хп, что ли? О, мафукин Т-рекс! Мы уже начали? Я не хочу раньше времени в тебя стрелять. Вдруг я начну стрелять, ты сагришься. О, игра, ну что ж ты делаешь-то? Ну все, мы убежали. Прыгнул в воду. Выбора не было. Рапторы. Слишком много их было. Еще Т-рекс. Я лучше в воду прыгну, чем буду с монстрами драться. Ты неси меня, река. Я все собрал. Ебой, 15 из 15, ебой. Как мне узнать, сколько у меня контов? А то я что-то там каплю континью, 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 континью. Что это такое? 5000? Если мне будут давать оружие, автомат, то я выживу. Короче, он выживал, чтобы попасть в эти спокойные воды. Не входил в лес как можно дольше. Говорили с этой женщиной. Единственное, что оставляло меня в состоянии не безумия, это разговоры с ней. Игра. Ну, что, серьезно? Но мы сейчас в лодке будем? Ой, блять. Есть курить. Ну, ладно. А что, я так понял, 3 яйца, да? 3 яйца кунт. А, вовремя. Ты откуда вылез-то? К
Как раптор на нас не прыгают? Выживем как-нибудь. Если тут только птеродактили, вполне себе выживу. Вау, ты откуда? Я тебя... Я даже не видел, как ты спустился. Хорошо. Тут просто как-то странно. Иногда ты с дробовика убиваешь их сразу в голову, а иногда нет. Кто повернет? Ты повернешь? Ты повернешь? Кто? Быстрее, пока бегут. Свинота. Да, гига, чего? Иди в жопу, игра. По-быстренькому, по-быстренькому. Смотрел с водопада и решил, что спуститься вниз. И в один момент вулкан взорвался. Короче, он упал из-за взрыва вниз, но схватился за лиану, которая висела. Было больно, но он был жив. Ну как?
трагичная история это. Один пропустил. Не, 15 из 15. Да даем! Далее. Climbing down the slippery cliff would have been hard enough without the tons of water crashing down on me. My muscles started to cramp and scream. Luckily, I had found an opening in the cliff face that expanded. В общем, спускаться было сложно, но он нашел проход в горе. I took my chances and ventured into the cliff. Он рискнул и отправился в пещеру. Soon the air got warmer. Воздух стал теплее. Да. Будет больно. Будет больно. Тут новые противники будут. Очень интересно. А тут патроны будут? И я рассказываю что-нибудь интересное? Ты стрим не перепутала? У меня жизнь насыщенная. Все, что у меня сегодня произошло, я рассказал в начале стрима минут за 10. Вот такая вот насыщенная жизнь. О боже. О боже. В чате люркеров просить что-то рассказать? О, это да. Это удача с этим. Они просто сообщение-то хер напишут. Будут сидеть до последнего, пока я не скажу что-нибудь типа. Ребят, ну напишите что-нибудь. Я не знаю, чат работает или нет. Блять, я в сану напишу, ладно. Классное оружие. Кто-то. Нет, эта игра никак не связана с Дин Крисисом. Это отдельная игра. Не капкомовская. По Дин Крисису есть свой лайтган. Шутан называется Дина Сталкерс на PS2. Ну и товарищи. Ну, вот такие вот товарищи. А, тихо, не взял штуку. Моё, моё, моё.
Они сюда за этим и приходят. Да хоть здесь говорить не заставляют ничего. Тут косуля пришла. Такс! Так, что такое? Расскажите мне что-нибудь. Мне скучно. Твою мать! Слева, снизу. О боже. Да в смысле? Ты чё, пиписон, алё? На, на! Идёт, ля какой, смотри. Всё, не идёт больше. Это в игре? Что такое? С оружием или где? Это Мавроза. Так, я сейчас застрял в тупике, но... Но не один. KLAND. Он начал карабкаться наверх. Пока поднимался, что-то ночь наступила, что ли? Это, блин, в игре такой звук объемный или что? Такой звук, знаешь, прям... Как-то он, знаешь, идет вот так вот. И за угол заходит. Я... Что такое? Что за ерунда? Чика прав, нет смысла покупать ноут за тридцатку на 1-2 дня. Тебе для этого интернет был нужен? За работу. Ужасно прекрасно. Ты вообще... Да. Да. На ночь глядя. На ночь глядя, после 12, для худеющих нас. Кидает настолько вкусные пирожки в телегу, что оба... Да обалдеть! Обалдеть! Я потерялся. После того, как выбрался из пещер. Стоп. Я все еще видел вулкан. Я видел звезды, но я не знал, где я. Нашел какие-то руины и понял, что я на правильном пути. Надеюсь, есть смысл идти и связаться с Даной, если она еще не ушла. Косуля показывает свои булочки в телеге? Эй, я что, могу на нанчаке переменять оружие, что ли? Твою мать, ну ты угораешь. Ладно, мне так неудобно, все равно будет. Погнали. Давай, дробовик. Ну. Да, конечно, вовремя. Сейчас минус кон будет.
Бля! Фа! Чё такое? Стрим упал? Чё такое? Стрим? Стрим, ты живешь там? Стрим? Стрим? Чат? Чат? Чат, я тебя теряю. Чат, ты не дышишь. Чат? Чат! Ну, а ты не сдавайся, дыши, чат. Чат! Чат! Чего? Проверка чата? Проверка меня? В смысле? Как это проверка меня? Меня чат проверяет на проверку себя? Это что такое? Это что-то новенькое. Как это? Проверка чата в мою сторону. Это не может быть такого. Глупость какая-то. Где Марина? Какая такая Марина? Чего? Развернись назад. Там предмет лежал. He's dead. Все мертвы. Кто? Так, она на другой стороне. Храма и говорит, что я должен дойти до нее. И она хотя бы меня спасет. Что все остальные, походу. Все остальные, походу, умерли. I'm a motherfucking T-Rex! T-Rex. I'm a motherfucking T-Rex! T-Rex. I'm a motherfucking T-Rex! I'm a motherfucking T-Rex! Чего тебе? Спеши, куда спеши? I'm a survivor. Кто первый? Ты? Давай. Музыка хорошая. Конечно. Кто? Я тебя жопа прострелю, будешь знать. Где мое оружие-то? Вот это. А,
А, о. А, ладно, Виктори. Здорово, чат. Чё, кого? Время было фактором. Двойные двери открылись, чтобы я протиснулся. А зона внутри была... была в лучшем состоянии, чем то, что было снаружи. Солнце поднялось. Я увидел, что надо мной... А было... светло. Я что-то сказал, не успел. Мэйдэй, мэйдэй, птеродактиль сбит. Фэтмен даун, фэтмен даун. Как в Resident Evil. Два не взял в самом начале. Обидно. Ресет. Это ресет. Заново начинаем. Боссман! Ты чего там? Боссман упал. Видели, как он летел прям по дуге? Я был только на входе. Но выход из этого кошмара был рядом. Пытался искать его. Но сломанная земля и упавшие деревья не мешали. Так и туннели впереди разносили по себе голоса рептилий. Голоса рептилий. Тебе нравятся голоса рептилий? Пойдем. Чё, 10 минут, ты охренела, женщина? Видимо, это у рептилий завтрак, поэтому как сок солнца поднялось, их стало еще больше. А можно поднять еще раз-то? И там предмет лежит. Да твою мать. Я запутался в кнопках. Ладно. Пора спать, яйца не собраны. Стоять! Стоять! Ля шагает. Твою мать.
Чего? Взял. А ляву шагивают. Хорошо, давай. Близко было. Близко. Чё, кто из вас? Ты ко мне? Чего? Чего? А, нет! Мать моя, вот это пи***ц. Чего? Сука. It's a motherfucking T-Rex! А чё, я тебя завалил? Чё ты меня бьёшь? Нечестный говно. Быстрее. Ты опять нечестное говно. Да, блять, как успевать-то? Хилки лежат, взять не могу. Выживаю как могу. Ради чата и ради Марины. Которую я не знаю. Но чат говорит, что она жила. Охренел. Даже остановиться не успел. Сика! Спокойно, один патрон. Чёрт, пот! Чёрт! Чёрт, помоги! Пот какой! Гуси пикируют! Гуси пикируют! Гуси не надо, да гуси! О-о.
Ну вот и как? Ну вот и как здесь? Ты просто один выстрел так успеваешь. У меня нет патронов. О боже. Я чувствую босса. А все, угомонись. Всякий случай на рыбовик. Реден. Я его ваншотнул. Опять ваншотнул. Опять ваншотнул. Ваншотай! Ваншотай эту сугу! Мы здесь уже были. Что происходит? Не кусакайся! Все, угомонился? Пиздюк. Run, bitch! Run! Тираннозавр в лаву упал. Вот этот исход я вообще не ожидал. Впереди стали видеться лестницы. Была дана. Она махала мне из дверей. И я последний свою энергию использовал, чтобы побежать вперед. Горящая гора позади. Я устал. Я схватился в ремни и сел. И самолет залетел в небо. Уворачиваясь от камней. Кусков лавы. Как-то мы выбрались и улетели в горизонт. Домой. Хорошо как? На, ку, ра, шах, хопа. Интересно. Интересная игра. Интересно. Очень-очень интересная. Ну, в смысле, я лайтган игры люблю. Эта игра неплохая была. Единственное, ну вот, что-то, да, много они сделали. Я бы немножко не так сделал. Пускай там, значит, типа, все противники изичные, ну пускай их будет много. А то, знаешь, как-то их помногу и, ну, их слишком долго бить. То есть, ну, самый первый противник, ему надо раза 4 выстрелить, чтобы он помер. Обычным оружием. Хотя можно было сделать 2, и в принципе ничего бы не изменилось бы, но сильно. И было бы интересно гораздо больше стрелять. Ну, было бы, конечно, проще. Ну, в плане сложности. Ну. Но и так неплохо. Я думаю, что это прям сильно бы изменило что-то.
Может быть, такая сложность на изи. Не знаю. Но мне понравилось. Не знаю, как вам. Мне вроде как зашло. Не аркадная, конечно, игра. Ну, значит, там сложность бывает. Впихнут такую, что обосраться. Здесь нормально все. Кстати, а все. Все.